Я выскажусь по поводу украинской темы. Мне кажется, что немножко люди повелись как раз у тех самых СМИ, которые неким образом специально делают так, чтобы люди друг друга возненавидели. И, ну, правда, ну, это какой-то это ФРГ и ГДР у нас сейчас второе получилось. Потому что это каменная стена, она рано или поздно прорвется, но просто родственники реально не могут лишний раз там приехать в Москву, потому что если они приедут там из Киева и наоборот, им вообще запретят въезд на Украину. То есть человек с синим паспортом, в общем, оказывается без какого-либо пути сообщения с родными. Ну, это ужасно, это отвратительно, все из-за горстки каких-то интересов. И их, этих людей, правда, немного. Но, тем не менее, там большие деньги. И, в общем, страшно, что в нашем мире все решают деньги. Немножко не по-людски это. Но, с другой стороны, второго нам не дано пока. Может, придумают какую-нибудь другую валюту, например. Мертвые души вспомнились почему-то. К украинской теме. Ну да. Я считаю, что вот я вот регулярно бываю в Киеве, и подчас есть люди, которые озлоблены, слышат москальский говор такой свой, и я там ловлю их взгляд, и мне такую, такую, то есть они даже со мной не разговаривают. Есть те, которые в принципе не разговаривают, есть те, которые в магазинах всяких работающие продавцы будут говорить с тобой на украинском только, потому что им запрещено это уже законом. Ну и в принципе, да, даже подойдя, кто-то попросил сигаретку, я сказал, слушай, у меня просто нету. Мне уже даже ничего не спросили, просто проводили взглядом. Но так, чтобы там кого-то били, материли, может быть, про себя, конечно, но я такого не слышал. Да, так нация примечательная, город чудесный, друзей там очень много у меня. Так что я люблю Украину, наверное, можно так сказать. Люблю Киев, люблю киевлян. Ну, любовь, она вообще всегда грустна. Может, и любви так? А любви? Ну, а любви это вечное. Может, о театре? О театре? Ну, кстати, или не надо? О театре что-то особо не говорим обычно. А, ну и не надо. Нет, ну, просто меня там нет, я соскучился, поэтому, видимо, хочу поговорить. Непонятно вообще, что говорить о театре. Да потому что театра-то нет, вот, собственно говоря, поэтому не о чем говорить. Театры все хорошие умирают через 7-10 лет. И все, умирают мастера, великие люди уходят. И остается то, что остается.